проходить, или каждый попытается перевести бой в партер. Ну, сейчас как раз таки и увидим. Ну что, первый раунд. Ну, очень расслабленно работают бойцы. Хайкик пытался кинуть такой разведочный бразилец. Да, очень легок на ногах Абельтаров. Правый, левый боковой попадает боец из Бразилии. Какие-то у него интересные жесты. И вот попытка перевести бой в партер. И готов был Абельтаров к этой ситуации. Да, несмотря на то, что вес всего лишь 56,7 килограмма. Очень... жесткий удар она не наносит. И очень плотный боец из Бразилии. Мощный. Вот сейчас пропускает удар справа. Ну, пока такая разведка идет, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Каждый может нанести опасный удар. Хайкик хороший от Абельтарова. Лоу-кик. Пока мы не видим попыток от Кавальканте перевести поединок в партер. Одна была... Ух ты! Какой удар пропустил Абельтаров! Буквально развернуло его от этого удара. И зацепился прям как... цепка. И теперь уже мы видим, и Абельтаров пытается удушающе выполнить против бразильца, но уходит с этого положения Кавальканте. И вот сейчас в партере, конечно, будет не просто Абельтарову с бразильцем. Хотя, по сути... ну, хорошо все контролирует. Да, учитывая, что база у Абельтарова – это боевое самбо, где большинство приемов из бразильского джиу-джитсу присутствует. Поэтому, наверное, все-таки Абельтаров должен справиться. Продолжает контролировать Кавальканте. Ну что, будет попытка удушающего. Не может пока захватить Кавальканте шею своего оппонента, но очень интересно он работает. И видно, что очень хорошо знаком с бразильским джиу-джитсу. Полностью контролирует ход поединка. И не сладко приходится бойцу из Украины. Две минуты до окончания первого раунда. Нужно уходить с этой позиции. Абельтарову. Да, опасная. В любой момент, если руку просунет боец из Бразилии, он может выполнить удушающий прием, пока контролирует его руки Руслан. Пока мы видим, да, удается Абельтарову контролировать. Но сколько он это сможет делать? Тем не менее, это вопрос времени. Продолжает наносить удары с позиции снизу. Кавальканте. Пытается все-таки засунуть ручку под шею Кавальканте, но все делает правильно. Руслан Абельтаров низко держит подбородок и не дает ничего сделать бразильцу, но положение он проиграл, и может быть и стоит потерпеть, но ни в коем случае. О, ушел! Да, Абельтаров вот это... великолепно ушел. Он отлично просто. И пытается уже... сразу же пойти вперед, бросается, но очень грамотно, как кубинские боксеры, практически работает на ногах Кавальканте, опустив руки, главное не пропустить удар. Но ногами пытается уже выровнять первый раунд Руслан Абельтаров. Поддавливает он бразильца и уже сам опрокидывает на настил деньги бразильца, оказывается сверху.
Может, благодаря вот такой концовке и он выравнивает первый раунд, который он практически полностью проиграл бразильцу. Именно последние 30 секунд были за бойцом из Украины Русланом Абильтаровым. Лучший момент этого раунда на ваших экранах. Очень опасная, безусловно. И вот это левый прямой в исполнении Кавальканте чуть не принес ему победу. Но смог устоять против такого пропущенного удара. Да, но там сразу Кавальканте полез в партер. И, конечно, это было время для восстановления. Абильтарову было дано. Ну, а в партере тоже была очень опасная позиция, когда находился Кавальканте снизу. И пытался провести удушающий прием. Тем не менее, Абильтаров все выдержал, стерпел и сумел выйти с той опасной позиции. Сам уже в концовке раунда пошел вперед атаковать своего соперника. Посмотрим, что будет дальше. Начинается второй раунд, жесткое попадание. Мы видим, попадание. Очень хорошо его начал боец из Украины. Попадает он по бразильцу, пытается идти вперед. И уже мы видим, начал теряться боец из Бразилии. Пытается прям практически открыто проходить ноги украинскому бойцу. Но да, все но контролирует. Получается. Молодой, можно сказать, вундеркинд, именно Руслан Абильтаров, который 21 поединок провел за свои 22 года. Жесткое попадание справа. Вот сейчас бразилец отдал полностью инициативу. Middle kick. Или специально как-то он усыпляет своего оппонента. Не наносит удары, практически защищается. Может быть, готовится вот удар нанести, но пропускает он очень много. Ну и какое-то второе дыхание, что ли, открылось у Руслана Абильтарова, который второй раунд начал просто в одну калитку выигрывать у бразильца, которому отдал первый. Ну, потому что бразилец еще выложился в первом раунде очень сильно, попытался соперника провести удушающий прием, но не получилось, сил было много потрачено, и сейчас пытается вот просто выжить буквально под натиском атак, под градом ударов Руслана Абильтарова по прозвищу «Хищник». И сейчас пытается Абильтаров сесть в фулмаунт, но не получилось. Прижал своего соперника к клетке. Тем не менее, мы видим, что Кавальканте сумел подняться. Там вроде бы капа выпала у бойца. К сожалению, с этой позиции нам не видно. Да, все верно. И возобновляется поединок. На выходе хороший удар наносит Абильтаров справа. Попал по корпусу. Кавальканте уже откровенно начал пятиться. Я думаю, он начал уставать. Колено пытался нанести удар. Боец из Бразилии не доходит удар до цели. И мы видим, что и уже... жесткое попадание справа и слева. Бразилец и пропускает огромное количество ударов от своего оппонента. Да, здесь главное не терять концентрацию. Бразилец очень опасный. Он пытается поменять позицию и... Уже он находится сверху, но пытается встать с данного положения боец Украины. Да, достаточно интересный бой. Легковесов мы наблюдаем. В первую очередь такой технический поединок. Каждый великолепно владеет навыками борцовской навыками борца. И мы видим, что то один, то второй доминирует в борьбе. Очень интересные положения, очень интересные действия они нам показывают. Снова схватились бойцы у сетки, но рефери вмешивается и возобновляет поединок в центре клетки. Совсем как-то сник уже Кавальканте, не наносит ни одного удара. Вот мы видим. Ну и мы видим, что ушел. И Руслан уже подустал. Да, нанес очень несколько много тяжелых сил ударов. Тратили
за два раунда оба бойца. Все впереди третий раунд, если не будет нокаута или болевого приема в исполнении одного из них. Начали работать бойцы одиночными ударами, размашистыми. Вот сейчас коленная комбинация от Руслана Абельтарова. Еще одно попадание от Абельтарова. Минута остается до конца. Да, устал боец из Бразилии. Слева попадает Абельтаров. И сам пропускает Абельтаров. Из последних сил работают оба бойца. Великолепный удар Хаким в голову такой в прыжке. Может быть, когда-то Кавальканте занимался капуэра. И, я думаю, удар из области бразильского капуэра, бразильского танца. Да, с элементами ударной техники. 20 секунд до конца. Да, ведь я думаю, во втором раунде все-таки выравнивает позиции свои боец из Украины. Ну, безусловно, мы не видели поинтереснее во втором раунде пока ни одной хорошей атаки. Нежели его оппонент во втором раунде. Первый отдал, а второй, можно сказать, выровнял. И все будет решаться в третьем раунде. Я думаю, кто победит в третьем раунде, тот и возьмет весь бой. Заканчивается этот раунд. Вот забавно, конечно, силы у ребят не осталось. Клуб «Оплот» и начать тренироваться под руководством Алексея. Своим примером он показывает молодежи, как надо вести здоровый образ жизни. Ну что, у нас третий раунд. И по моим запискам счет пока 1-1. Посмотрим. Лоу-кик хороший лоу-кик. Наносит. Да, Абельтаров. И вот размашистый такой оверхенд со стороны Кавальканте. Не достигает цели. Продолжает он занимать центр клетки. Тем не менее, хорошая атака от Абельтарова. Левый джеб и правый мидл-кик. Справа вновь попадает Абельтаров, но пятится назад. И сейчас поединок может начаться в партере. Там очень опасный удар. Ну, я думаю, не хотел Руслан Абельтаров наносить данный удар. Удар пришелся в голову, буквально. Так как мы видим, что бразилец не успел подняться. И, я думаю, получит предупреждение. А бразильцы не всегда восстанавливаются после таких моментов, я заметил, да, уже. И посмотрим, если не сможет продолжить поединок боец из Бразилии, я думаю, бой будет остановлен в его пользу. Но мы видим на повторе, что не специально был нанесен этот удар. Да уж. Но удар был нанесен, и это серьезное наказание. Я думаю, красную карточку уже 100% получит боец из Украины. И надеемся, что сможет боец из Бразилии Эмерсон Кавальканте восстановиться и продолжить бой. Но, по всей видимости, очень дело сложно, идет да, к тому, удар, что конечно, продолжит. Я не думаю, Давид, что был специально нанесен удар, это уже автоматически нога полетела. Безусловно, да, это просто на автомате. Бывает такое. Чтобы не было удара, есть удар, и это удар запрещенный. Вспоминает сразу М1 организация, бой Константина Глухова. Также нанесен удар, и он был дисквалифицирован. Но там было, как будто бы специально он нанес удар, он устал уже все-таки работать с бойцом, который на коленях работал весь бой и нанес удар. Итак, да, продолжаем. Самое важное, это, конечно, здоровье бойца, и мы все переживаем за бойца из Бразилии, чтобы у него здоровье было все нормально. Продолжает. Мы видим, что продолжает поединок боец из Бразилии. И ему аплодисменты здесь, да, наших аплодисменты. Зрителей. Наши зрители очень уважают таких стойких бойцов. Да, да, показывает Кавальканте. Я готов продолжить бой. И тут уже вопрос к рефери. Сможет ли рефери допустить бойца, чтобы бой продолжался? Я думаю, да. Итак, возобновляется поединок. Еще раз аплодируют болельщики Кавальканте за подобное действие, за стойкость. Тут Руслану надо включать все свои силы, чтобы победить в данном бою. 3 минуты до окончания и достаточно ровный бой. Но еще и красная карточка в третьем раунде
у бойца из Украины. И посмотрим, как он будет работать. Сил все меньше и меньше. Ну и бразилец все равно опасный. Хороший перевод в партер. Боковой контроль у Абельтарова, который имеет прозвище «Хищник». Сейчас попытался забрать ногу Кавальканте и пойти в партер. Попадает слева. Бросается вперед. Флайн ни. Буквально пару миллиметров оставалось до подбородка, но все-таки не достал. Прижимает, да, клетки практически Руслан Абельтаров соперника. Пытается удержать это положение, найти более выгодную позицию. Ну, действий не было, и рефери поднимает бойцов в стойку. Меньше 2 минут остается до окончания 3-го раунда и всего поединка. В атаку уже бросается бразилец. Обмен ударами. Идет вперед сейчас Кавальканте. Пропускает несколько ударов. Снова переходит поединок в партер. Раунд за Русланом. Пока мы видим, но красная карточка. Посмотрим, какой минус ему сыграет, когда будет судейское решение. Но пока, я думаю, 3-й раунд за ним. И постоянно он переводит бразильца в партер. И более точнее в ударах. Ну, еще больше минуты. Не дает подняться Абельтаров своему сопернику. Продолжает наносить удары сверху. Хорошее попадание справа было. Пытается занять позицию фулмаунта. Не получается. Мы видим, что отталкивает его Кавальканте. Ногами неплохо у него получается. И в данный момент все равно позиция за бойцом из Украины, который находится сверху и периодически наносит еще удары по Кавальканте. 40 секунд остается до конца 3-го раунда, заключительного раунда этого поединка. И все еще непонятно. Сил нет уже, нету сил. По крайней мере, у бразильца, и из последних сил также работает боец из Украины. Обменивается ударами и падает бразилец, то ли от усталости, то ли от пропущенного удара. Пытается досрочно победить в данном бою Руслан Абельтаров. Да, выкладывается, все силы практически отдает. 10 секунд до конца. Ну, бьет по бедрам. Мы видим, это уже просто обозначает удары. Рефери призывает Кавальканте подняться. Практически несколько секунд осталось, да, до окончания. Буквально несколько секунд. Нам не показывают пока время. Я думаю, уже прям вот-вот закончится поединок. Промахивается Кавальканте. По идее, уже, конечно, время истекло. Но бой продолжается. Да, да, бой удивительно. 10 секунд уже было давно. Возможно, хронометристы также очень бурно следят. 10 секунд пристально. Очень медленно идут, Давид. Да, пристально следят и забыли о том, что раунд уже завершился. Да, полностью доминировал в 3-м раунде боец из Украины. Ну и вот как раз долгожданный гонг. Ну, посмотрим, что можно сказать. На мое мнение, я думаю, что 1-й раунд был за бойцом из Бразилии, 2-й был с небольшим преимуществом за бойцом из Украины. И 3-й уже полностью преимущество было у Руслана Абельтарова. Но он получил предупреждение за то, что он нанес удар по лежачему сопернику в голову ногой. Бразилец оказался волевым бойцом. Он смог продолжить данный бой. Хотя мог бы не продолжать, и победа была бы в его кармане. Но посмотрим, что решат судьи. Да, очень интересно. Я думаю, карточка не повлияет на победу Абельтарова. Он одержит, вероятно, эту победу, или максимум будет ничья. Если есть в положении. Ну, объективно говоря, наверное, хотя, конечно, говоря субъективно, все-таки Абельтаров, по моему мнению, был немножко лучше за счет концовки, за счет 3-го раунда. За счет разнообразия, Давид, еще, да, вдобавок. Все пытался делать в бою.
Итак, ждем вердикт судей. И что нам скажет Александр Садоков, который является ринг-анонсером? Ну что ж, раздельным решением судей Руслан Абельтаров одержал. Вполне верное решение, на мой взгляд, да.